Опа, опа, движуха какая-то пошла. Что происходит? Выйдет из-за автостопщика. Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы продолжаем рассматривать демки. У нас в Steam неделя демок. Всякие разработчики катывают свои новые проекты, и мы будем обозревать. И на очереди у нас игра. Как она называется? One Moment. Ро 96. Игра про... А! Естественно, конечно. Да, понятно, дело, да. Игра про автостопщика. Не будем долго томить, сразу пойдем. Эй, ты! Можно кое-что спросить? Зачем ты смотришь фильм? Ощутить эмоции. Еще можно посмотреть фильм, чтобы... посмеяться. Спасибо, приму к сведению. Последний вопрос. При несогласии с правительством. К чему это? При несогласии с правительством. Подумаю о переезде за рубеж. Проголосую за перемены, буду протестовать изо всех сил. Ну, я не ярый. Проголосую за перемены. Точно. Видимо, ты, как и другие подростки-беглецы, пытаешься покинуть Петрию. Пересекать границу очень опасно, надеюсь, ты справишься. Демо-версия только один из возможных моментов развития событий в игре. Каждое путешествие уникально. Пожалуйста, учите игра. Все еще в разработке, текущая демо-версия не дает полного представления о ней. Вот нам, собственно, это и рассказать. Значит, что мы видим? 23 июля 96 года. Не наше время. 184 километра до границы. И, как мы видим, здесь есть какие-то 7 персонажей справа внизу. Какие-то уникальные события. Хорошо. Goldfinger... Представляю, я так понял. Спасибо, что проводишь, чел. Теперь есть время заняться игрой. Вы встретили Алекс. Пошел музон. Так, куда мы едем? Так, я так понял. О, смотри, рулю, не глядя, без рук, просто. Что это за такой нетбук прикольный? Так, 6 баксов. Хорошо. Далеко собрался? Туда, где свет халявный, надо только подзарядить мое мега-оборудование. Рюкзак Алекса. Давай-давай, спроси меня, я многозадачен, как Цезарь. Рюкзак Алекса, полно крутой техники. Все. Прикольно. И что на меня смотришь? Ты играй там себе. Так, а куда мы едем? Чего? Так, ну... А, вам за мной не видно. Тут нарисована, короче... Она, я так понял, какая-то полоска. Вы чуть-чуть полоски перевести. И 6 баксов. К стене в день выборов? Пока не знаю, но похоже планируется что-то грандиозное. Революция на подходе. Надеюсь, поможет Флорес. Ага. Не знаю, кто такая Флорес. Что бы ни случилось, теракт может это повернуть себе на пользу. А теперь поработать над Беттой. Пошел музон. Короче, пока вообще не понятно, что происходит. У него, смотрите, на нетбуке такая антенка маленькая. Типа связь лучше ловить. То есть я так понял, я думал... Зацени, беда готова. Танчики, что ли? А, ну 96-й год, или какой там год? Фига себе ты быстрый. Я игры продаю. И комп этот сам собрал. Когда-нибудь у каждого такой будет. Да. Верится с трудом, ну да.
Назови их лопаты. Лаптопы. Можешь дать, можешь даже фирму открыть. Ну да. Зуб даю, за мелкими компаниями будущее. Жрать охота? Просишь еды у компа? Потерялся? Просишь у компа подсказку? Да? А нормально, что у меня зеркало разбитое? Это ж нарушение этих правил. О, машина. Какие каких правил? Что с этой стеной не так? На разу. Там биткоины нарисованы на стене. Так, ну я так понял, здесь, видите, зацикленное место. То есть мы постоянно едем по одной и той же траектории. А это, так понял, какой-то юный разработчик. Мне кажется, это может отсылка на какого-то известного человека, который разработал как раз таки эти компьютеры. Боже, опять эта машина в стене. И опять эта стена непонятная. С компами не поговоришь. Увидишь, чел. Увидишь. Эй, ну мы гамать будем или как? То есть это у нас какой-то там 96-й год, да? То есть там еще ноутбуки, компы, они еще как бы не популярны, поэтому он так и говорит, что... Точняк, давай припаркуюсь. Ух ты ж, ничего себе, у тебя машина перпендикулярно ездит. Называется «Злые танки». У тебя там танки, и они злые. Ты синий. А как? Ага. А он вообще не стреляет. Давай. Надери ему задницу, ну. На. Так ты вообще не стрелял. Теперь сыграем всерьез. О, Алекс собрался снять перчатки. А, теперь он начал стрелять. Давай сзади его обходи. Хорошо. А, слышь, может улучшим? Типа игрок вынужден собирать патроны? Или пули, чтобы от стен отскакивали? Что скажешь? Давай патрон. Дай-ка... Бум. Потихи час. Ага. А как понять, сколько у меня патронов? А, попал, ты смотри, на опережение. То есть у меня один патрон. Да ё-моё, прячусь. Как так-то? На. Чего? На, хорошо. Ну что скажешь, только честно, ненавижу врунов. Мне уже нравится. Идет, но под твою ответственность, приятель. Раз мы могли попросить... Ну что ты творишь? Обязательно в это играть? Нет! Мое. Победа. Ну, а теперь что скажешь? Так, бесценный магазин круче. А мы можем перестать играть? Мне не нравится эта игра. Хочешь еще что-то подкрутить? Исчезающие пули, это тема. Хорошо. Dang. Let me make some changes. Done. Want to change anything else? А, нас сыграем, хорошо. А, они постоянно будут отскакивать, да? А почему только розовые? Потому что они не попали? А?
Не смей. А, вот показывается, у него 3 патрона. На. Ну, а что теперь скажешь? Поехали, да. А, поехали, вполне поехали. Я думаю, мы опять будем играть. Опа, 20 бачей заработал. По баксу. Прикиньте, 20 бачей по баксу. Это пачка денег. Окей. Йоу, когда-нибудь сотни игроков зарубятся в одну и ту же игру одновременно? Типа как королевская битва? Ну да. А, смотрите, да. А вот это отличная идея. Однажды мы напишем эту игру. Ты... Мне кажется, сносишь, чел. Кто тебя такому научил? Никто. Сам насобачился. У меня огромный мозг, как губка. Предки-программисты? Ну, отвечай. Ты что такое? В порядке? Да, все нормально. Че? Просто я с ними не знаком. Ну, с настоящими родителями. Теракт в 86-м, помнишь? Не, не слышу. В 86-м году бригада взорвала бомбу, убила сотни людей у стены. И моих родителей тоже. Сочувствую. А хуже всего, я их не помню даже вообще, как не стараюсь вспомнить. Только это фото осталось. Фото мужчины и женщины сделано 9 сентября 86 года в день теракта. Это с GNN, тень атаки. Их там на секунду видно. Кучу всего про компы выучил. Очень впечатляет, да? Спасибо, чё. Похоже, мне надо было выговориться. Я и не знал. Потому я путешествую. Они, конечно, умерли, наверное. Камнями завалило. Но я все равно хочу узнать о них все, что смогу. А, они не из бригады сейчас? А что за красную лампочку? А, я не могу этот выбрать. Спасибо, чел. Можешь меня высадить в следующей точке? Йоу, горючка почти на нуле. Чел, бензин у тебя кончается быстро. Так, проехали мы уже счетчик километров, да? Хорошо. Так. Вообще-то это даже не серьезно. Ладно, удачи со злыми танками. Спасибо, чел, спасибо. Врубим музыку. Поедем с ветерком. Давай. Да, хорошо. 33 километра так быстро. А, я Алекса на 9% пошел, смотрите. Вот это полоска Алекса. Я не знаю, что она означает, но... Что тогда означает? Так, Sweet Dreams. Это, видимо, какая-то заправка. А, даже вот так вот. Чё, реально? Куда? А, пропавшие. Прикольно, я, короче, а меня можно сбить с машины? А, нет, я не могу быть туда. Ну, у тебя я видок. Спасибо, наверное. И не говори. Что такое? Ты как будто что-то задумал. Что там дальше? Просто заправка. Владелец там мутный, он за мной следил. Будь осторожней.
Хорошо, спасибо за совет. Друг другу надо помогать. Больше, больше-то некому. Плиз написано. С другой стороны, плиз написано. Так, пока что-то непонятно. Я не думал, что мы будем ходить в этой игре. Думал, будет только поездки. Так, хорошо. То есть мы здесь едем автостопом и разговариваем с людьми. Есть какая-то игра? Тоже недавно вышла на эту тему. Разгромить? А зачем? Мы можем как-то влиять на... Сломать, взломать. Взять ключ зажигания. Ух. Кредитка. Так, ну давай закроем, чтобы не полиция. А как это мы... Мы умеем замки взламывать? Ничего себе. Проверить мусор. А у меня какие-то навыки, что ли, есть? Прогресс. Взлом замков. Разблокировать все заблокированные. А, вот. Разблокировать новые взаимодействия с полицией. Госпропуск. Счастливая звезда. Вам кажется, что вам везет. Все вероятности выпадения костей увеличились на 15%. С помощью этого можно мусорки обыскивать. Вы умны, можете убеждать людей. У вас прибавилось энергии. У компьютеров нет тайн. Так, собранные предметы. Какие-то предметы можем коллекционировать, отдыхать. Мне очень не нравится, что здесь, когда я отпускаю кнопку ходьбы, он еще делает шаг. У меня ноги есть, у меня ног нет. А у тебя лицо знакомое. Не понимаю. Ты из тех на объявлениях? Это точно не. Да, эти четыре я где-то угодно узнал. Пожалуй, пора звонить ментам. Проверить, что ты не потеряшку. Это шантаж? Да. Колонку видишь? Разливай для меня бензин, и проблема решена. А пол будь себе не дать? Нифига себе, разливай бензин. Разыскивается подростки. Если вы знаете что-то, звоните. Немедленно. Как можно по черным портретам понять? Я так и не понял, я играю за кого? За того чела, который ехал? Того чела, который ехал, или за водителя? Потому что я же был за рулем машины. Вроде я же не подросток. А, у меня ничего нету. Разгромить. Зачем? Это типа баллотируется новый президент, Тирак. Ладно, я пока не знаю, я в это не лезу. Тут тоже его рекламируют. Видимо, очень влиятельный человек. Купить лотерею 4 бакса, давай. Я проиграл. Офигенная лотерея, я либо проиграл, либо выиграл. Ну, хотя, в принципе, так я обычно, да. Так, а, кстати, карта. У меня же есть карта. Банкомат. А чё? Я карту это забрал. А чё, я ничего не могу сделать. Так, тут чё? Играть 1 бакс. Нет, спасибо. Я уже наигрался в игрушки. Что значит эта полоска сзади меня? Это какая-то хпшка? Звоните 9612. Что-то знаете о радиопередачке бригады? Ну, поскольку это демка, я думаю, можем тестить и покупать всякую еду. Так, я похавал. А, вот у меня полоска, да, выросла? Или нет? Хорошо, пойдем тогда поспим. Не заставляй их ждать. Не забывай улыбаться. Да. Ну хорошо, давайте поработаем. Все нормально, мы не так уж и спешим. 10 литров, он летит, и быстро. Мы не спешим, 10 литров и быстро. Так. А где? А какой из них кто?
По центру дизель я вижу. А, зелененький, да? Берем зелененький. Пошел. Так, где? А где? Но за ошибки будет вычтено из оплаты. А, то есть ты мне будешь платить? Ладно. А теперь предварительный обзор сегодняшнего выпуска шоу Sony. По мнению президента Тирака, мы говорим Флорес. Подразумеваем бригада, и тогда картинка складывается. Не так ли? Не забудьте посмотреть полный выпуск шоу Sony. Вот это я понимаю, новость. Короче, я думал, это... Дизель на 15... Для какие чувачки? Так, дизель у нас по центру. На 15, да? Пошел. Опа! Прекрати. Я просил на 15. Так, я тебе 15. Я же тебе 15 налил, урод. Деньги вгони. Что? Ты тут работу нашел? Ну, можно так сказать. Мне ваш брат тут не сдался. Наш брат? В каком смысле наш брат? Знаю я, что ты затеваешь. Свалить из страны хочешь. Я с ним так разговаривал. На жителей границ, правильно? Тирак вас гоняет. О, глянь, каково принесло. Вот-вот. Делай ноги. Он убежал. Здрасте. Эй, а ты не маловат на заправке работать? Вы встретили Фанни. Чем вам помочь? Плесни в Power на 12. Не показалось ли, отсюда пацан убежал? Видели, да? Небось, рыльце в пушку. Так, V-Power. А, на 12 баксов. Все, лью. Пошел. Все, 12 баксов. Спасибо, желторотик. Теперь насчет этого пацана. Опа, движу какая-то пошла. Что происходит? Выйдет из-за автостопщика? Нет, заправляюсь просто. Он к моему сараю рванул. Я знаю, что он за границу намылился. Сам сказал. Я владеть не буду. А ты кто такой? Никто. Мы раньше не встречались. Никуда не уходила, да? Ну же, Рид, давай глянем. А я автостопщик, да? Да чтоб тебя. Я знаю, о чем ты думаешь, мелкий. Ты хочешь помочь тому пацану, но зря. Понимаешь, о чем я? Не совсем. Выходи, давай, мы знаем, что ты там. Почему мент? Полицейский, а? Вот ты где. Далеко собрался? А чё не так запад... Я ничего не сделал, оставьте меня. Чё происходит? Прям как все они. Пихай его в фургон, я скоро буду. Здорово, сержант. А с этим что? А чё я здесь работаю? А что делать? Я только могу поговорить? А как же я? Что ты говоришь? Далеко едешь? Ясно. Вот что, с нами поедешь. А, нет, я не планировал. А что за ответы такие? Типа на Борзова выехать?
Думать мне не пофиг? Дальше сама разберусь. Что? Я оформлю. А у вас так еще для одного беглеца место будет. Ладно, наверное. Но она спасает себя. Я же вам доверял, вы не можете так успеть. Заткнись, детка. Она спасает меня по-любому. По-любому спасает меня. Она сразу видно по ней. Добрая, добрая девушка. Да? Ладно, они уехали, свободен. Что происходит? Ты ничего не нарушил. Парням просто власть в голову ударила. Извини, что наорала. Надо было, чтобы поверили. Я же говорил. Дальше пацан. Знаешь, что со вторым пацаном так вышло? На вид вроде парень неплохой. Я его не знал толком. О, думала вы вместе? Не-не-не, вообще, левый. Ты как будто спроси, что ты хочешь. Ну, вообще-то да. Что думаете про подростка, погибшего при переходе? Нервничает, не выбрал. Уж постарайся не быть у границы в этот день, лады? Бригада наверняка попытается провернуть то же, что в 86-м. А что это за значки слева, что они означают? Будет это как можно дальше. По ту сторону стены, верно? У этого выбора есть последствия. А, пока, малец. Осторожнее там, ладно? Я понял. Выборы со значком — это последствия. И от того, что я делал, это... То есть, если бы я срывал картину, он бы на меня наябедничал. Они могли меня забрать. То есть, есть куча вариантов событий в игре. Классно. И мне кажется, на выходе будет еще больше. Так это было написано, что здесь какой-то только один путь. Это моя машина. А, я могу пойти пешком. Могу автостопом. Заплатить за проезд. Она тебя отпустила? Такси, видимо, вызвать. Сколько такси стоит? Емкая чувствительность. А, вызвать такси бакс. Звонить домой. Зачем звонить домой? Ладно, все равно, думаю, мы на этом закончим обзор демки. Да? За тебя я вызываю. Он это заслужил. Грязный юнец. Теперь катись, пока снова полицию не вызвал. Вот, о, какой. Делать больше нечего. Чё, если тут выкуриваешь курение? Вроде здоровья. Вот. Поэтому будем дальше смотреть демки разные со Стима, которые сейчас выходят. Чтобы не пропускать новых роликов, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если нравится прохождение, оставляйте комментарии, ссылку. На что? Плейлисты по этой игре вряд ли будет, хотя будет плейлисты разные. Ссылка на плейлист в описании. Всем до скорых встреч. Всем пока.